Этикет – это наука, которую человек начинает постигать в раннем детстве. Ребенок еще не умеет читать и писать, а его уже учат. Перед едой надо мыть руки. Брать без спроса чужие вещи – нехорошо. Топать ногами на бабушку – некрасиво. Так поступают только невоспитанные мальчики и девочки. Этикет – правило поведения в обществе, основывается на уважении людей друг к другу и взаимной вежливости. Поэтому взрослым надо знать правила этикета так же, как и детям, для того, чтобы подавать правильный пример. Правил этикета очень много. Но знать все правила нормальному человеку совершенно не обязательно. Достаточно помнить, что все они происходят из одной древней истины. Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе. Вот и все. Что такое этикет? Знать должны мы с детских лет. Это нормы поведения. Как ходить на день рождения? Как знакомиться? Как есть? Как звонить? Как встать? Как сесть? Как здороваться со взрослым? Много разных есть вопросов, и на них дает ответ этот самый этикет.